4 человека пострадали в Карагандинской области в результате падения частного самолета. ЧП случилось накануне в 7 часов вечера в 3 километрах от села Ростовка Бухаржирауского района. Подробности у Людмилы Бачушкиной. Так выглядит самолет сейчас. Он так и остался лежать в поле недалеко от маленькой взлетной полосы. Накануне вечером группа молодых людей, в числе которых была одна девушка, отправилась в воздушное путешествие. Но во время разбега одномоторный частный самолет марки «Вильга» рухнул. В настоящее время установлено, что владелец данного судна разрешение на вылет в Карагандинском филиале КЗАР-навигации не получал. Соответственно, он не имел права Производить какие-либо действия с этим судном. Сейчас 53-летний пилот, один из парней и девушка находятся в центральной больнице Темиртау. Еще один пассажир настоял, чтобы его отвезли в областной медицинский центр в Караганду. Пострадавшим пассажирам от 23 до 26 лет. Пострадавшие были с черепно-мозговыми травмами и различные травмы скелетные. В данный момент состояние стабильное, получают лечение. Ни пилоты, ни один из пострадавших не согласились общаться с журналистами. К ним допускают только родственников. Но, по словам врачей, их жизням ничего не угрожает. Зачем хотели подняться в воздух молодые люди, пока официально не сообщается. Взлетная полоса считается бесхозной. Однако, по неофициальным сообщениям, местный фермер, который имеет несколько кукурузников и спортивных самолетов, имел здесь бизнес. За деньги катал на самолетах желающих, часто молодоженов на свадьбах. Аким района Асхат Али опроверг эту информацию. С его слов, самолеты использовались для сельского хозяйства. По сообщению транспортной прокуратуры, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта». Выяснять причины инцидента будет специальная комиссия из Министерства транспорта и коммуникаций. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Дмитрий Полюдов, 5 канал.